I have the impression that the members of the State Duma are ready to demonstrate their statesmanship and their patriotism in adopting the needed measures in the present circumstances. Мы все пришли к выводу, и это было подтверждено, что, конечно, нужно выстраивать политику таким образом, чтобы меньше забираться в долги. Долги у России уже огромны, поэтому сегодня нужна четкая работа, чтобы погашать долги, которые у нас имеются, и поменьше забираться в новые долги. Большой озабочен. Сказал, что они будут... Я ему сказал, что в прошлом году, в июле, вы дали транш очень быстро Чубайсу 4,8 миллиарда долларов, которые в последующем были разворованы. Даже не заплатили учителям зарплату, которые пришли 1 сентября в свои школы и учебные заведения. А сегодня, когда работает правительство, способное организовать производство, ибо если не начнет работать промышленность, сельское хозяйство, предприятие, то платить долги будет нечем. Вы уже 6 месяцев выкручиваете руки этому правительству, ставя совершенно нереальные условия. I hope that you will hear good news. I cannot give you now good news, but what I can tell you is that I had with the president of the upper chamber of the parliament a most constructive conversation. Thank you very much. See you this afternoon.